пустые конты на кинетике. Все, можете фулбах. Давай сейчас манури снем, кушайте рыбку. Ну, да, иди. Иди, пока сейчас манури снем. Дайте лавку. Давайте чек на клуб, пока не отходите. Там БДК пришел, мне еще посмотрим. Так, два ханта, рот наоборот. Давайте, короче, все готовы, пошлите пулять. БДК на двоих, поступал на одном, толдрама на БДК напуливаем. Хилы сразу в рейнджу вставайте между собой. Непобедимые воины короля лича. Теперь... Мельвол, нар на пуль, я на пулю толдрама. Рост откатится, сразу рост дадите. 5 секунд. После начала боя 5 секунд пройдет и дадите. Все пустят. Да, можете раздавать. Так, вихрь, бежим. Бежим, бежим, разбежались. Ничего, один раз надо будет разбежаться. Хилы РД сразу в рейнджу набирайте между собой. Давайте, разбежались. Киль будет. Кто там? Келя, все вливайте, Келя. Протопал, отдай срезку. Берин, срезку отдай. Я скажу по каплям, когда надо будет что дать. Теперь клык отдавай. Пружинка, аккуратно. Так, дал капельку. Так, артефакты сталкеры называются. Весел. Так, цепал, давай капельку. Ну все, убили, короче, сивка не надо было никому, так что так убили. Там двоих отведи от вихря. Да, нормально. Давайте Клота левого, кто тут еще есть, и Слипи право за контроль. А ты нужны кому-то? Ой, шаманы. Все можете контролить. Так, кто там через советника играем? Печеньку поставил. Можете там станы давать, кольцо льда. Потом у кого меньше хп, тех и бейте. Так,
Войд, мне трен второму хапалу. Маны длите. Трэшн танков напуливайте, хилер Т на люстру идите, вставайте. Кто-нибудь когда-нибудь видел живого гея? Конечно. Ты так сказал, ты же пиздец. Я пару лет видел, как в парке на улице, блять, на лавочке два гея целовались. Чуть не... Нормально. Установки все сзади. Хорошо, что я такой... А где ты их смотрел? В красной книге, что ли? Да нет, вот я допустил. Это самое... Я не удивлюсь, если сейчас кто-то не подумал, типа, что в зеркало посмотри. Так, ладно, смотрите, короче, зачем надо, чтобы вас укусили и чтобы не укусили. Давайте, кого надо кусать, идите сейчас на левую сторону. Все оттуда отойдите, просто те, кому надо кусать, налево идите. Так, Маха надо укусить, а кого кусать не надо, идите направо. Только те, кого не надо кусать, те, кому все равно, стойте пока в центре. Дракскар только мертвый, говорит, ты че, киллер, что ли? Так, короче, хмели сунели, кусать не надо. И квазара, да хотя, по-моему, им все равно. Просто протонуться баран, все. Так, квазару все равно. Это мужчина называется. Все, нашел уже. Спонтированно жить, кровушку назвать. Я, по-моему, только два гея видел. Так, короче, надо будет укусить только мага первой апати. Тут, короче, Джанси делает квест, так что он пойдет с танком вместе, потом протопал, отойдешь, заберешь его. Но если что, падать никто не будет. Дима, потом укусишь первого мага звездочку. Ну и все. Чек на пул. Никто не бейте, пусть Джанси укус поймает. Давайте, никто не бьет, танки идите. Это было... Никто не бьет. Ну кто там, Хант? Капар? Хант, ближе стали. Че, поймал? Он устает истерика ближе. Ну, зеркало он должен был поймать Джанси. На нем есть. Бирайте с пактом. Не, зеркало ты поймал, Дима? Короче, берите босса с ретаунки, типа, не знаю. Даркскар, беги. Звездочку пустишь. Ты можешь забрать босса, Белин, или не можешь? Так у тебя нету кровоточащей раны. Вижу, что ее нету, не такая, чё ее нету? Ее нету, потому что, блин, не стаунки у босса. Нет, потому что кто-то вперед тебя начал его бить. Как вам такое? Сбегайте с фактом. Не знаю, у меня на зеркало висит. Ну если чё, квест он не сделал. Продайте же! Чё, будем бить или падаем? Да будем бить, не, бьём. Да всё равно Синдре там будет сложно его сделать. Смысл, что ты не смог купить, давайте упадём. Да ну, Дима, в следующий раз сделаешь. Иди укуси мага, звёздочку поставил. Это же раз кто-нибудь тоже начнет вот так вот бить. Зачем вот Хант бил сейчас? Моя прелесть.
Блять, Дима, ну ты что делаешь? Да, нахер? Нормально все было, нахуй. Блять, я херею, может тебя кикнуть вообще среди, нахер такое делать? Своим бомжи ДК пошел, блядь, еще хочешь ачивки и квесты сделать? Может что-то одно выберешь? Падаем. Капец. Если сейчас ты не делаешь квест, ты его не делаешь потом совсем. В другой раз его сделаешь. Там, короче, прикол в том, что бежать должны две цели. Танк, БДК, мейн танк, и тот, кто делает квест. Первая тычка по танку передается этот по зеркалу второму человеку, кто из зеркала делит СМТ, и сразу на него вешается какая-то тящая рана. Если... А нам зачем эта информация знать? Затем, чтобы вы не лезли вместо Джанси наносить урон по боссу. То есть нам вообще не бить, смотреть на босса. Потому секунду, как... ты стоишь, куришь. Там зеркало это ловится одну секунду. Первый удар по танку, и рядом бежит Джанси, и он словит кровоточащую рану. Потом он отходит, подбегает протопал сзади. Ничего не таунтит. А разве потом зеркало поймать нельзя? Блять, ебаный в рот. Дело не в зеркале, а в дебафе кровоточащей раны, который нужен, чтобы сделать квест. Этот дебаф ловится только после первого удара босса по главному танку. Если, сука, первый удар босса по главному танку разделит с ним не тот человек, который делает квест, то тот человек, который делает квест, сука, потом никак этот, блядь, дебаф, сука, не получит. Это понятно или нет? А с каких пор это стало работать? Это всегда работало. Никогда такой хуйню не занимался, просто пересекал зеркало с танками и вешался дебаф всегда на меня. Не знаю, блядь, ну почему... Ну танку тогда отбежать надо, чтобы это зеркало порвалось. Оно порвется, если он будет его таунтить. Джанси, если будет таунтить. Не вешался никогда. Если зеркало разделся, если между этими двумя целями кто-то находится. Допустим, протокол 1 отбежит подальше, и между БДК и протокол 1 кто-то будет, то зеркало порвется и кинется. Паладин стоял сзади и ждал 5 секунд. Это все лишняя хуйня, нахуй. Вы должны всю эту хуйню забыть и запомнить только одну хуйню. Когда делает человек квест, сука, он бежит с БДК с танком. Он и, блядь, БДК танк, сука. И все. Ловится зеркало. Одну секунду, блядь. И потом вы начинаете хуйню свою, блядь, дамажить. Если вы этого не знаете, блядь, то это пиздец. Старик, он, вставай. Ты злодей опять, сучка, включи. Виталик, вон ты тут? Да-да-да. Даем лав цвету. МП5 ханта. Чек на пол. Лапу. Никто сейчас не бьет босса. Америки стоят сзади центра. Идет только БДК и Джанси. Стойте, не идите пока. Давайте расходимся на позиции. Давай, Джанси и БДК, идите. Никто не бьет. Все, повешалось. Вы можете бить. Там Махтя Серафима надо укусить. Ну, в смысле, тебя надо укусить. Да. Дима, звездочку укусишь. Я только попробую на вкус. Как вам такое? Страдайте же! Скорлетти, беги.
Позорби. Кусайте потом ДДшников, ДПС будем все равно стопать, может там хилов покусать. Слипи, бери. Фига, я сейчас сразу шагу. Стали рядом со мной дальше. На следующей цели пристаньте эфира дадите, если это не пристань, где не вар. Навоиду дайте этот антифир. Отходим от луж, сейчас будут фиры. В центре только хилы стоят, медики отойдите на рейнджу. Давай какого-то им на хп. Капельком мочи сейчас выше брок. Там еще до срыва 20%. Сбегайтесь фактом. Народ наоборот, да им на ману. Может там темп поставить шаманы. Шаман. Сбегайте с фактом. Капельку расплыл души нажми. Дима, сколько там тебе еще один густ надо передать? Да нет, все уже. Ну, что там, можете раздать. Ну, мах, не передал твой косяк. Дайте рост, играйте в валете. Чего в другой раз делаешь, она тоже проходная. Хотя мага не бейте, может ачивку получит. Хер его знает. Получит ачивку. Добивайте леди. Обнажите клинки, соратники! Врайкулы насмерть будут стоять за королеву льда! Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного... Саш, погоняли, сейчас монотопьем чуть-чуть. Довольно пустой болтовни! Прибыли наши герои! С их помощью мы пробьемся через зал! Там, кого-то, может, на ману пока спилим. Мана есть, в принципе, можете танки пулять. Символ роя, символ звездного огня. Выманите их сюда, и мы вам поможем. И символ звездопада. А лучший символ лунного огня за место роя. Есть там какая-то детская приправа в рейде? Штук, ну, до десятки, до десяти. Я просто духа убью лунным огнем в комнате. Слав, бой, а тут же бой есть, ладно.
То есть вместо лунного огня Роя? Ну я не знаю, как так сказать. РДД звездочку, милики, печеньку, только пэтов не отправляйте на печеньку. А сколько там у тебя есть? Сейчас я в долларом протолся, в банке лежат. Добивайте звездочку, потом печеньку добивайте. Теперь печеньку добейте. А когда будет РСК 25 гера? Так, давайте овешенную звездочку, все сливайте прямо сейчас. Все в звездочку. Звездочку, потом печеньку. Теперь печеньку добейте, она вызывает трэш. Сегодня будет резко отпустить СЛК. А сейчас сколько? Должна быть. Сколько вчера было? Одна? Да. Там плащ упал? Он падает, когда тебя нету. Рабочки упал все. Энимал тут? Да. Че завтра, ДФБ или послание? ДФБ? А, мы же тогда не сделаем. А я в тот раз, блядь, почему БДК пошел второй раз, сука, на мишку КДП зашли. Как тупой, блядь. Давайте, протопал, врывайся, БДК полководцев по одному тащи. РД сливайте массами, это все Америки, одного бить. Потом одного срете, можете тех остальных бить. А что там ДФБ? Тогда бессмертие взять или просто в шмоте убить? Просто убить и ВК-10 без вайпа. Чтоб люди не умерли, или чтоб 50 на 50? В актуальном шмоте. Не, ну да. Сложно. Да, это сложно. Ну не такое уж сложно. Ну, не супер сложно, ну блять, там выкладываться надо нормально. Там больше сложно одеть персы на дефобе. Да. Чем это сделать это дефобе сама. Ну тоже да, особенно в нашем сервере. Если какого-то нового. Ну согласен. То, блядь, не получится убить. Так, ладно, бейте вальку, сейчас я в банк протонусь. Там, ну давайте на ней бурсты свои, потом шкаф поставите, присумоните. Сейчас прибудет ее подкрепление. А вот сегодня этот посох выпал из генерала. Да. Угу. Да хули, я не знал, блядь, что будет рейд. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Да, у Голона, по-моему, даже никто не сдох в рейде. А у кого никто отличился? Сразу вар упал, а потом танк, что-то не разобрались, еще троих убил. Может быть, ты прав. Я научу писать Тириону о наших успехах. Не останавливайтесь. Бейте Синдрагосу. Октар, герои. Гибель наших товарищей была неизбежна. Они жили и умерли во имя Серебряного Авангарда. Просто решил собрать, думал, может хотя бы пух эту стрини выбью хер там. Ну чё, пуха на танке у тебя? Ну. Тебе ебущее. Сердце у меня есть, не нужно затанчить. Дай кишка. Так, что там, какой там хилы есть? GSPD спекайся, Void спекайся. Там есть еще какой-то Redroot, там, какой-то приз, DC. Попал.
Может, целую оставить? А, теряется. Можно я тоже в портал засесть? Могу в Эрдру спекнуться, если хочешь. Да не, будь целой. Давай вон в Эрдру, я спекнись, ёбан, там... А, или монет нет. Сейчас мадридская дерби идет, Атлетико Реал. Реал сбил. Да вообще похуй. Казимир учишься. Так, ладно, давайте, короче, суть ачивки. Будет, по-моему, 8 порталов. Смотрим. Раз звездочка. Два печенька. Третий ромбик. Четвертый трусы. Так, и два эрдру на бусе получается. Слушай, на этой неделе уже начнутся еврокубки. На следующий. Короче, будет 8 порталов. 4 хила. Дайте тактику расскажу, потом дальше поговорите. 8 порталов. 4 хила занимают 4 из 8 порталов. Остальные должны занять или милики, или РДД. Смотрим, если возле портала есть человек с меткой, вы от него уходите. Идете сразу к другим порталам, если нету. Порталы не воруем. 8 порталов надо закрыть. 4 хила будет. 2 РДРУ на рейде. Ну как-то так. Давайте вроде все тут, чек на пул. Он куда-то отошел, что ли, он здесь не спекается. Пускай спекается. Кто? Другие второй. Все чек подтвердили. Все, пусть все ушло. А мне сказали оставаться в сове. Какой спек? Да, да, в сове оставайся, я же сказал. Ну, танки, гуляйте. 4 метки на вальке, 2 эрдру на рейде. Только друиды в портала не заходят. Ты 2 эрдру видишь, я один эрдру сейчас. Ну, один эрдру, один эрдру. А Фурику нельзя зайти в портал? Любой РДД или милик должны портал закрыть, неважно кто. Главное, чтобы вы хилом не были, портал не своровали. Ну, в смысле, 4 метки. Сами тут играйте, подавление бейте. Приправы у меня кики, если есть. Да, да, сейчас. Ну, сейчас-то не надо, когда портал появится. 5 секунд будет. Когда... Так, бежим к порталам, задние порталы под валька, я портал займу. Остальные занимайте. Портал Галия, да. Сзади портала за хвостом заходим. Там собираемся. Идемте к заднему порталу. Собираемся. Не умирай больше, то ресов нет. А если будет линковаться, типа ачивка провалена, она баганая тут. Нормально все. Приправу. Давайте занимаем порталы. Я здесь, короче, под валькой. Под мордой собираемся, там будем летать. Чипа баганая, там если написанная, просто все зашли, она баганая. Но неправильно показывается. Я открыла портал в изумрудный... Давайте занимаем портал, идем. Перед мордой собираемся так же самое. Я пока не могу прочитать. Сколько там процентов? 73. Еще будем одни заходить. Я пока не могу прочитать эти заклинания. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Давайте я под валькой займу, а вы там бегите в стороны. Под жопой собираемся.
после этих порталов рост дадим, хилы заходить не будут. Милики, РДД, зайдете во все порталы, неважно. Хилы не заходят больше. Если будут, зайдете. Все, давайте рост. Рост давайте. Игни на хп. Заходите. РДД, РДД, милики, заходите. Хотя уже захилили, нормально. Берите квест на синдром, квест берите сразу. Синдру надо хилить или в совета? Не, в совета. Зерок будет? Не, не сделать, в одного танка пойдем. В три хила одного танка. В прошлый раз мы в одного хила там просто зергнули. Ну да, там только 10 тысяч не добили. Чуть-чуть не хватило. Угу. Но сейчас дамага достаточно. Да, не, лучше не рисковать. Кто-то спускает один скил, чипаю там профка чуть-чуть. Оставьте шкаф, суммите сразу. Смотрите, идут. Раз шмот напомнишь, что потом. Весь рейд АФК. О, ролл ожерелья вводим. Побыстрее, побыстрее, побыстрее тут.
пока не исчезла. Взял? Где он? Прям в кучу смотрю. Мох дракончика. В центре. Притяните кастера быка. Роли, кто не ФК. Все сролили. Не буду ролить лучше. Кто не успел, тот опоздал. Вон винтовка. Бери быстрее, пока не исчезла. Да, особенно винтовка прям самая дорогая. Ну, блин, лишние деньги не бывают. Осколок пропасти дороже стоит, чем эти винтовки. Да, 15 алды спасают. Кроме вендора никому не надо. В магазин дешевле продать, чем на аук. Тогда. А по драконам играем. А ДК может какого льда кидать на нее через каждые 5 секунд, чтобы она не улетала? Через каждые 5 ряд получится. Давай ни один не захилишь. Да не, визир будем обычно убьем нормально. Только в прошлый раз будет. Убирайте тотем и поднимайтесь наверх, сейчас будем захиливаться. Давайте наверх поднимаемся и хилимся. Так, подходите АФКшущие, там три хила как на ребре были. Так, пойдем ретрик, протопал в ретрика. Короче, тактика. Давайте пока там бафы. Первая фаза там как обычно, мид не сливается. Вторая фаза. Все будут стоять ровно в печеньке. Это во мне, короче, руки. Портал тут не ставьте, он будет мешать. Первая метка в сторону. Ее бьют РДД, мирики босса. Вторая метка под босса. Ее не бьем. ДК поворачивает синдру на нас, прячется за меткой, скидывает стаки. Только после того, как он стаки скинул, разбивается метка. Следующая в сторону, а также само РДД разбивают метку. Следующая под босса, ДК поворачивает. Итак, будем пока не скажу вынести в сторону, дать рост и зергануть. Только вы должны стоять четко в печеньке. Там порталы не обновляйте, локи. Давайте фулл баф. Вар, где ты там? Там по дыханию нормально, да, получается так? Да, ну нормально. Опять решил в сторону вынести метку. Да ну да, мне что-то так больше нравится. Так, сейчас я метки сниму, поставлю только на себя. Там, на второй фазе вы там, если скреп под боссом, вы не бегаете, там не доты шкаф обновляете. Дайте шкаф, не доты не обновляете, ничего не делаете. Стаки спали, хер с ними.
Так, давайте, если тут фулбафы, даем повару фулбафы, дайте. Там тут он уже, дед товар. Он бежит. Все, можно фулбаф. Давай там пристабав лапу. Блин, дай прото. Даже сайтер. Дай. Лапку дайте. Лапку дайте. Ты дал я лапку? Че? Так, сейчас ману рисну. И когда будет синдра спускаться, рот наоборот, даже им на хп. Да, делаем мочиву. Все, короче, стоят в печеньке. Мелики бьют босса на, ну, на третьей фазе. РД метку. ДК поворачивает метку, мы ее не бьем. То есть поворачивается скилл стаки за метку, мы ее не бьем. А там дальше я скажу. Главное всегда в печеньке стоите метки выносить по прямой. Ни право, ни лево. Может, я буду смещаться. Все от вас зависит. Так что смотрите, где печенька будет. Давайте, чек на пул. Так, Белин, Виталий Кун. Готов. Давайте, если готовы, спускаемся. Рот наоборот, когда будет пробивать, даже им на хп. Все, хилим рейд. Так, а на теле можно бросить? Да, можете просто отдавать, только чтобы на третью фазу не откадашились. Обычно убиваем, не зира. Сейчас притяжка будет, готовьтесь добирать. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете? Дота 10, ну сейчас будет взлетка. Давайте, рейд наверх, метки вниз. Давайте, все метки вниз. Бьем точечно без дот. С правой стороны близко падает. Бейте точно, но без дот. Слева падает. Слева. Бейте левые скрепы, самые левые. По центру последняя. Все, можете разбивать. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Так, сейчас притяжка будет, 2 секунды, готовьтесь. Беги, малышка, бежим. Беги. Вы чувств трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Так, что там? Не успеем, наверное, перевести. Ну, бейте все равно. Так, давайте, рейд по печеньке выровнялся, все по печеньке встали, ни вправо, ни влево, в первую сторону, ни вправо, ни влево. Встаньте все в меня, в печеньку. В первую сторону. Фридом под ДК дайте. Дал, дал. Давайте, войд в сторону, РДД, войд, войд, войд. РДД, склеп. Следующий под босса, РД разбивайте. Под босса. Рист, давай, поворачивай, потом скидывай.
Все, поворачивай. Скреп не бьем. В следующую сторону. Разбивайте в следующую сторону, в сторону. Отдай чашку, субординка. РТД скреп разбиваем, мелики босса. Клота, дай гинаману. Следующий под босса. Скреп не будем бить. По печеньке смотрим. Альфир, стоя, ушли мирики, поворачивай потом на рейд. Поворачивай. Поворачивай, дыхай, поворачивай. Ой, другой. Скидывай стаки, потом сам пойдешь в сторону. Слипи в сторону. Куда ты вышел, луна, блядь, иди в рейд стал. Дайте рост, зергаем босса. Тися, ты что, хочешь, чтобы я к тебе приехал? Так, выключай свет, а то ужинай, давай свечи. Там в сторону и добивайте босса. Все, добивайте. Я же испугался, честно. Вообще, прям изи, даже легче, чем вчера. Квест возьмите, не забудьте. Там раз с ачивками, у кого там уже дракон появился. Ага, спасибо. Благодарю. Рот наоборот писал, что роешь? А что там, кстати, вчера ходили, там на ачивки волчат собирал, кто-то был, там что-то они сделали, там синдрули чат такое. Сделал и все, да. Ролите кому на 2 токена. Если кому-то надо, я могу уступить последние 2 ачивки. У меня есть они. Кто говорит? Товарищ Теренд. Сейчас прошу. Ну, если не надо, могу помочь. Есть тайфун, есть все. Зачем тайфун? Вот это жестко. Да, тоже давайте так пойдем. Нормально все. Вот это жестко. Зачем? Тень цепаться там. Ну там шкаф дайте, присумоним. А я уже в целка. Mm-hmm. Че, мага-то кикать тебе? Да, тика, я магам в духов нихера не дам. Короче, по тактике. Рейд становится в печеньку вот сюда вот. ДК будет танчиться вот здесь вот. Как обычно. Протопал будет вот в трэше. Теперь кто может чему подиспарить? Подиспарить, чтобы не отвлекаться. Луди подиспаришь? Конечно. Ну давай тогда чему подиспэришь. Суть ачив. Первая ачивка идет в сторону, ее от рейда диспэрим. Вторая, третья в трэш идет. Их диспэрим в трэше. Остальные все с трэша. Ну, в смысле, с рейда выносятся. Хотя объем где-то до 80%. Присты. У вас будет, короче, важная цель в этом рейде. Вы там выберете шаркающего, когда мы стопим в ДПС. Кидаете палец, потом пытку. Не пытку, этот взрыв. Взрыв откадешивается обратно, палец и взрыв по трэшу. По шаркающих желательно. Теперь друиды.
Шаман, там если есть, у тебя шмот на МБ5, можешь выводить. Войд мне заливаешь, Дирент демонорайзеру. Так, быстрее скажу, там когда гимны петь. Охотники, вас там сколько, 2, по-моему. Будете снимать исступление шаркающих. Да-да-да. Так, вот так и... Для БДК что-нибудь другое по тактике есть? Или все по стандарту? Нет, там когда будут конденсаты прожиматься, будешь там чуть пробивать тебя будет. Там поймешь, когда прожиматься. И, короче, там вторая фаза переходка, потом там фаза с валькирами. Третья переходка, и тут начинается самое интересное. Кого-то будет засасывать в комнату. Этого человека хилить не будем, короче, он умирает. ДК ты будешь прожиматься незыблемость перед тем, как он умрет. Тебя, короче, речь будет на вещи берса, тебя не убьет, выживешь. Первых духов не будет, даем рост. И играем в лича. Да. Потом будут духи. Например, если тут будет лич, духи кастанулись. Уходишь на ту сторону. Рейд отходит от духов где-то вот сюда, и потом начинает бить духов. Там звездопады, совы, присты, сушения, локи, проклятия, там все такое даете. Вот такое распределение, звездопады по очереди что-то на них. Нет, ДЦ нет, он тут не надо. Тут будет, по-моему, максимум 2 волны духов, если не одна. Ну и все. Ну, чек на пол. Да что, они откидашиваются под каждый дух? Ну, тут там слава давай под первых духов, тренд под вторых. Давайте все готовы, запускаю. Эй, свеченьку становимся, только паладин за колонну не забегает, у тебя на центр протянет. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться. Нет, как обычно, танчи, да? А, танчишь, как обычно, только лича на протопала поверни, чтобы возле него шаркающие появлялись. За то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти... Первую из рейда, да, точно прослушал. Да, первую из рейда, вторую, третью в рейд. Там Хапал может со мной пойти лича там ковырять автоатакой, чтобы она рисовалась тоже. Рейд, стойте там, где вы стоите. Давайте, 2 секунды чума в сторону и выносим, в сторону. Альпич в сторону. Свельте его там. Мелких дух этих упырей не дотайте, чтобы не наложить. Вы там лича уже не разгоняйтесь? Стопайте, полечу, стопайте, полечу, следующую в трэш. Следующий в трэш. Все, лича не бьем. Экзорцист в трэш. Испельте его. Все, лича не бьем. И заливайте инры своим хилом. Следующую в трэш тоже выносим. Третью. Так, смотрим, чума в трэш. Косарь дайки. Все, остальную чуму выносим от рейда. Смотрите там по стакам. Это у меня не показывается. Стаки только чумы, а не конденсат на личе. Кашей. Маленьких можно убивать? Сколько стаков? 30 стаков надо, мелких не убивайте. Паладин их будет забирать, разгонять на них чуму. В сторону. На скольки прожимался примерно? На 20? Так, ключа забери. Дать это так.
Ну все, остальное чему в сторону. Хлота, давай гимн ману. Чему в сторону сейчас будем выносить? Альфи в сторону. Семнадцать. Двадцать. И конденса. Мобов забираем мелких с БДК. 19. Сколько? 15. Да не конденсат ты смотри, чуму. В сторону. А, чуму. Дома... Чуму надо смотреть по трэшу. Оверхинтика. Можно теперь... сакру даже дать. Да не, сакру не надо. Просто там капельку кто-то дайте на БДК. Сколько там? 4. Чуму в сторону. Слипи, дай гимн на ману. Вот в сторону. И мелкий трэш пускает, сейчас забирает, уже переводить можно. Сколько там? 27 уже можно. Все, переводите лича, бейте лича, все. Все лича бейте. Кмелю сунели, я первого, третьего напалю, а ты второго, четвертого. Чему в сторону сейчас, если будет? Все, давайте идем на край. Мелкий трэш может не забирать. Третьи два уже. Давайте бьем пока мелкий трэш. А, да, первая, вторая фати. Ладно, сейчас бейте так пока. Кирен, трясай же, господа. Не надо, не надо, я встану потом. Сверки бейте. Давайте последнего духа бьем. Сферы, две сферы сбейте. Давай. Дайте бафы ему какие-то, каску лапу, крестобаф. И давайте все в печеньку становимся. Там прожмись до... А, внимание, ничего, нормально. Так, по духам играем, как обычно. Давайте бейте ДК. Прожмись, меня схватило. Так, играйте по Валькирии, трусы бейте, вышли осквернения, осквернения вышли, если рассосались. Стенд. Рот наоборот, дай гимн на ману. Так, рейд все в печеньке стоим. После первой Валькирии будет осквернение, разбежимся в сторону. Давайте, готовьтесь. Давайте, готовьтесь. Все, вышли, вышли, вышли. Смотрим, играем, смотрим, что за ускорение, воскорение будет, разбежались. Три валькиры бейте. Там паладины станы дайте. Валькиры играем. Давайте, в лича сейчас играем. А первая, вторая пати, кроме Джанси. А, нет, первая, вторая пати. Будете стоять на краю, бить лича. Только наберите ленжу между собой небольшую. На край идите, 3% уже. Идите на край. Шаман, твой приоритет, короче, первая, вторая пати хилить. Осквернение вышли. Осквернение. Твой приоритет, первая, вторая пати хилить. Хэпал, твой тоже первая, вторая пати приоритет. Играйте сейчас по личу, первая, вторая. Только ренжу небольшую наберите же с собой. Давай, шаман, первая, вторая пати. Слава, риснешь потом жрец, ПД. Сам станет. Потом сам станет.
Давайте, если там сфера летит, вы должны прям сферу сразу переключиться. Давайте, чуть осталось. Паладин забирай, паладин духа забери, паладин забери духа. Черт, посыпались не чуть. Хили. Да, не захилили, частица спала. Хиль, нет, хиль. Я просто маны сел и заметил. Дайте гимн на ману присты. И на хп потом спойте. Слава, резвый БДК. Я не достаю до духа. Ну, так, давайте, цельный хилим, цельный хилим. Так, цельный хилим сейчас, готовьтесь. Бах, если можно. Я сейчас прожмешь незыблемость. Дайте ПДК, все, не хилим, не хилим. Умирает, умирай, умирай. Все, прожимайте ДК. Бейте духов, алло. Так. Все, дайте рост и фулл девлича. Фулл девлича. Прожмись, прожмись ДК. Играйте по духов и нервным, что-то вы плохо их бьете. Паладин забирай, паладин забирай, искоренение. Ах-ха-ха-ха-ха. Так, смотрим, сейчас будет мелкий трэш. Будем играть по духам. Нормально все будет, играйте пока по нервным духам. Эй. Есть еще БР, нет? Нету, играйте по духам мелким. По духам мелким играйте, рейд уходите, ДК уводи. И дайте гимн на ману приста, если есть. Давайте, фулл ДД в нервных духах. Играйте по духам. Духи, пошли, отходим, бежим, 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 бежим от духов, бежим. Добивайте, откиньте совы, совы откиньте. Точечно бейте. Отбирайте, приста, беги. Добейте, добейте. Два духа осталось. С левой стороны два духа. Три духа осталось. Все. Добивайте лича. Стоп, 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 стоп. Заходим, прыгаем в лужу, там провалили, провалили. Может, не надо? Давайте. Да не, провалили. Что сделать это? Пиздец. Вы коните, блядь. В смысле? Как? Ты там провалили. Так я там два раза упал. Ну, бафы, наверное, не дали ему. Так, встали, побежали. Да, первый раз там частица спала с тебя, сорян. А зачем вот этого не хилить там? Это что-то дает? Че, вы духов не убьете, что ли? Они убиваются легко, блядь. Ну, легко, да не легко, сейчас не убили. Слав, Спегинс тоже, наверное, хила сейчас помоги. Хотя, кто там? Сейчас, подожди. Чем я помогу, не знаю. Да лучше пусть себе было. Подожди, СПД, спеки, слушай, ты в хила. Первый, второй пати похилишь, нормально все будет. Значит, СПД это Лем? Угу. Я просто... Он падал там в этой зиме и... Да, его не захилили тоже, пробивало сильно. Не, ну типа, там ШПшки пускай бьют Африки. Так они и так бьют ШП Африки. Просто... Да не, просто думал... паладина мана закончилась, у меня когда на Инар был. Там просто в пати два приста, и они как бы не захилят. Вот три. Че, думаешь, поможем? Четыре хила сейчас захилится, все нормально будет. Ренканите, пожалуйста, если у кого есть урон по сферам. Такое чувство, что я одна их бью. Не на одну бью. Ну, мне могут помогать или нет? Ну, другие ШП думают. Это не для них, не царское дело. Гуси, сука. Наверное, теперь это будет мое царское дело, а все другие пусть бьют. Давай, не бей, уповай. Будешь царевной. Просто вот это вот не убивание, не захиливание метки, которая в комнату идет, это лишний риск. Да ну вчера ж нормально было, позавчера было нормально, на том КД. Не повезло чуть. Зыбленность прошла, походу. Давайте пока фулл бафы. Там ждет ПД хила спликнулся, сейчас нормально будет, значит. Два шамана, первая, вторая пати. Приоритет, хант, там в зиме не стоишь. Кто стоял? Ясно стоял. Ну хмели, смотри, теперь первую пати перекинул, но его бить не надо, короче, в зиме.
конечно, хант не хилится, но не надо просто. Жрис под этим через меня цепку пускай. Да, только первая, вторая пати, когда будете на переходке стоять, вы там найдите между собой небольшой рейндж. А то есть там будете все кучно стоять, то когда сфера будет лететь, вас будет пробивать сильно. Так, давайте пока бафайтесь, чек на пул, я пока запущу вас там добафнуть. Тринт готов? Дайте, все готовы, там лапы просят. Давайте сейчас убьем. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться. Вы там ханты, когда лича говорят не бить, вы можете шаркающих, которые появляются, напуливать на Красопала и дамаг заодно получать. Дайте, пожалуйста, баф по опетам. Что-то я, блядь, не призвал его. Кулак магов. Кристо баф, еще раз дайте, пожалуйста. Так, давайте первую чуму в сторону выносим. В сторону Альпич. Бляха, я не того забрал. Так, лича можете стопать уже. Лича стопаем. Чуму в трэш выносим. Чуму в трэш. Косарь дайте. Стоп. Кто там долбит лича? Афли какой-то или лок? Да, это я, сорян, научник скидывал. Кого-то можешь именно ману успеть. Страш, скарлетки. Все, следующую чуму из рейда. Зачем ты маг долбишь-то их? Наверное, этот ДПС набивает, накидывает. Сфератом, тебе что-то сделал? Ты же ли не прист? Зачем ты помогаешь? Там только присты бьют раз в 15 секунд, когда у них откатывается палец. Че, взрыв у них откатывается, падайте быстрее. Взяли, блядь, ачифу, ну, запороли край. Не надо делать то, что от вас не нужно, то, что я не прошу. Они так умрут же быстро, там чума расстатывается, если их пошел, зачем помогать? Надежда тает. Конечно, полный дом и синдрус первого, а теперь наличие пара какие-то непонятные.
Идите там, посидитесь. Если вас рисунут, что у вас вещи не поломанные были. Зато БР откатились. Они бы и в бою сейчас откатились. Могли бы давно ачивки получить. Там, короче, когда духи выйдут, лесовый сразу звездопад зададите. Старых духов, наверное, не будем бить, депрессии так хватит. Предлагаю больше не падать на 11%. Не, ну ачивки сделали, остальным, на остальном же надо тоже сделать ачивки, если еще две штуки. То я же на фул собирал ачивки, а не так, что какие-то делаем, какие-то не делаем. Будем падать. Когда духи спускаются, приставы бейте нитка, они замедляются. Да, они там, когда наверху стоят, бейте массами. Если они там один или два летят в куче, то бейте уже точечно. А он так профитнее. Ну, Локи, это логично так-то, блядь. Локи там чему развешивают? Кто там маги, бомбы и друиды, сразу откидку не надо давать. Когда они же будут подлетать, тогда только давайте. Рот наоборот, если где вы там подходите. А тапки можно юзать или что? Да. Там можно. Два приста, слип и сон наоборот, где вы там? Присты и слип, и рот наоборот, где вы там, подходите. Так, слип и тут, и рот наоборот, сейчас резаем. Давайте там рыбу поставили, я сейчас сразу на пул чекну, запущу вас дебафует. Чек на пул вас дебафует, чтоб тут все были. Чтоб ты сдох, блядь. Тирент, Хмель, Сунели. Мерисунели тут. Саша, это разве не твой хан Хмерисунели? Так мне? Угу. Да он на минуту. У меня Хайли Челаси слова. Не идет остальные к этому не. Че там хан Пулонга? Че, кого ждем тут? Ханта ждем. Дайте там каску, пристам так. Онлайн 50. Хмели сунули тут? Да. Давайте, запустил лича. Джерин, а ты БДК, ой, вот этим ДК будешь собирать рейд? Неужели прибыли наконец? То есть он не танк, ДД, да? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться твою милость, Фордри. Дайте лапку. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил. Ты можешь, 40 вышел. Ты пройдешь через эти мучения сам. Блин, дай протопа ханта. Дай протопалом подумай. Доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых. Увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Чему выносим? Чума 2 секунды. Ну, позор в сторону.
Вары на хп крикните. Давайте, стопайте, полечу, не бейте его. Ушли милики, чуму в трэш 2 секунды. Чума на рот наоборот. Спел. Давайте, больше трэш не бьем, только присты, как я говорил, они там бьют пальцем. И охотники, вступление диспелится. Так, давайте, чуму в трэш выносим. 2 секунды. Так, чума, хмели, выноси в трэш. Диспельте. Все остальное из рейда. Шаркающий. Смотрите свои магро присты. Чему в сторону? Или сунули, ты можешь понапуливать шаркающий. Я понапуливаю. Читайте, сколько там стаков на трэше. Чему и сколько там? 9 видел. 9 стаков. Клота, давай гимн на ману. Чуму в сторону. Виталик в сторону. Дарскара диспелл. Все, больше там шаркающих не трогайте. Только присты там. Больше никто там не дотайте, ничего. Стрелять нельзя. Сколько там, 14? Можете подхилить рейд, если вы не дамажите. 17. В сторону. 19. Или не царское это дело? Ничего не услышал. Стаки там говорите. 33. 33. Все, переводите. Это точно? Герасия натакнулась, блядь. А они две сложились просто. А, ну все, там шаркающий вышел, только забери его, переводим. Первая, вторая пати, сейчас бить не надо плеча, потом на третьей фазе только. Сейчас просто играем, как обычно. Там чума на мелком под лечком. В смысле, в зиме не стоим, что ли? Не, сейчас не надо стоять. Там на мелком чума, забери его. Забери мелкого, там чума на нем. Еще раз, блядь. Диспельте. Че этот пидор бежит? Так, чего пока не дисплейте, если что я потом подисплейлю, будет Реса и Виталика. Сразу его захильте. Вставай. К слипе дай гимн на ману. Там заливайте своим хилам. Добиваем, сейчас будет переходка. Сферу добейте. ДК нормально. Давайте звездочку становимся. Давайте вот так вот стали, как-то вот так вот. Валькиром станы, валькир сливаем. Сверяем валькир. Только осквернение мне надо, мне заливать тут все. Вышли осквернения. Осквернения вышли. Рассосались. Альфир. Все, влеча играем. Видели, что на центр? Давайте звездочку становимся. После первых валькир будет осквернение. Надо будет разбежаться, потом
Валькир слить. Так, давайте, готовьтесь. Давайте, вышли. Валькир сливаем. Три валькиры сливаем. Виталик, осквернение. Три валькиры играйте. Давайте, ромбик играйте и трусы играйте. Лича на край. Хилы РДД на рейнджу. Будет осквернение, потом будут валькиры. Давайте, на край все рассосались. Первая, вторая пати. Будет лича бить. Хант не бьет. Два шамана. Ваш приоритет первая, вторая пати. Только в шамана не кастуйте. Чего этого в охотника. Давайте. Я дам первую чешку. Давайте, первая, вторая хилим. Сфера, бейте. Так, давайте, отдал чешку первую. Огромных духов только не сорвите. Давайте кто-то следующую чешку. И нормально все будет. Там 20 секунд осталось жить. У кого там аура, тогда можете лед прожать. А, она у меня. Ладно, пока так, бейте. Так, давайте гневного духа бьем хорошо. Сейчас будет переходка, цель не будем хилить. ДК дашь незыблемость. Ретрики дадите каплю. Сфера. Давайте, цель не хилим. Играйте пока по гневным духам два штуки. Пол ДД в гневных духах, цель не хилим. Давайте. Не хилим. Давайте, не хилим. ДК незыблемость. Каплю ему. Рост. Рост. Давайте. Духов и влеча. Отверните духов от рейда. Так, осквернение. Хилы рассосались. Нормально. Давайте. Играйте влеча. Одна пачка духов будет. Одна пачка будет. Влеча бейте. Все, духи кастуют, ушли. Ушли, и все в духов играйте. Фул ДД в духов. Совы только когда они будут приближаться. ДК уводи. Все, фул ДД в духов. Ушли от мелких духов. Точечно бейте духов. Давайте, один дух остался, последний. Один дух добейте, одного духа. Все, граться чивай. Никуда там не веди, стой, добивай. Все, лича добивает, молодцы. Что ж, ДПС было больше, когда шаман спекнулся в Элема. Чего этого пила? Молодцы. Я воздвиг перед вами. Сильнейшие из моих слуг пали под... Что-то слишком быстро это все было. Сгорели. Ну быстрее, да. Собирались долго просто. Вой, снимай диван, ты белича. Снимай диван, добивай духов. Слушайте, подождите, там два духа осталось. Что-то я очкую, короче. Давайте после того, как мы риснемся, вы сразу будете в этих двух духов бить. Потому что ну его нафиг, еще раз падать неохота. Там 200 тысяч у одного, 200 у второго. Да пусть сова бабу снимет и убивает. Не-не-не, не надо. Они сейчас на него пойдут. Ой, бля, Слава. Не двигайся. Не рискуй. Давай, Слава, давай. Мы в тебя верим. Ёбана в рот, Слава, я... они не идут. Не, он еще спасет ачивку. Давай, Слава. Давай еще. Давай, второго добивай. Ёбовый такой, да. Герой сервера, ебать.
Последний герой. Все, ачивка есть. Великий воин спас рейд, ачивку. Все, бан ему. Разбить эти оковы! Надо подождать. Заклинание еще не готово. Там кто не из гильдии, можете вступить к нам в гильдию. У нас там ЦЛК до спидерки, РСК до спидерки, нормальные игроки. Невозможно. Не так, лучшие игроки. Вы видали Саву сейчас? Это лучший игрок. Да, 19 по Москве, пятница, суббота, воскресенье, ну может там в будни что-то будет. Че сейчас, больше ей подадут, да? 2.5. Кто вы родит, но ЕП не знает. Вот я стою, Любу прям, я же поотменял нахер все ЕП. Как эту хуйню убрать? Escape нажать. Да нет, меня выкидывает. Плеча убиваем, меня Вов выкидывает. Клиент закрывает. Может то, что там видосиков у тебя нету. О, видосика, блин. Ну, когда Лича убивает, тут мультик такой. Я знаю, я его отключаю всегда. Ну, эскейп не надо жать после убийства сразу, пока грузится. Да, не такая же проблема была. Похуй вообще, я нажимаю всегда. Я тоже. Все, всем спасибо, вообще молодцы, за хейт. Я ухожу, ЧП ждать, ну как? Да, на получишь ЧП. Угу, все тогда. Нет, на ИП зайду. Мне надо отойти. Рада встрече. Все зашли, все? Нет. Ну, вроде все начисляют. Что, закрыть сейчас будет целка собираться?